Исполняли детские мечты и полицейские. Сразу трое воспитанников детских садов города – Платон Малышев, Герсиван Питанов и Семен Малыгин – в эти дни смогли попробовать себя в роли стража правопорядка. Гостей принимали кинологи, сотрудники патрульно-постовой и инспекторы дорожно-патрульной службы. В каждом из подразделений Ирбитского отдела внутренних дел ребята знакомились с сотрудниками и руководителями, которые рассказывали, возможно, своим будущим коллегам о работе и ее особенностях, о спецсредствах и оружии, используемых полицейскими. Я раньше думал, что по-другому выглядел. Да? Да. Ну и много разновидностей всяких. Есть укороченные, всякие модернизированные. Много видов автоматоклашек. Кроме того, сотрудники полиции взяли ребят с собой и на службу. Кинологи провели вместе с Герсиваном тренировку служебных собак. Патрульно-постовая служба вместе с Платоном проверила порядок в Ледовом городке у ДК имени Костевича. Ну а Семен стал участником дежурства экипажа ДПС на дорогах Ирбита. Спасибо, что исполнил мою мечту.